злорадство, ноль сочувствия, бесстыдное и подлое ликование, радость. Все эти слова сегодня показывают, насколько больная психология у армян, радующихся пожарам в Турции, которые продолжаются больше недели. Пламя, охватившее курортные, западное и южное побережье страны, по большому счету удалось локализовать и потушить. Однако, клавиатурные войны армянских соцсетей все еще продолжают желать того, чтобы вся природа Турции сгорела дотла. Так, например, в сети распространился очередной больной призыв некой армянки, которая в своем TikTok-профиле решила обратиться к армянам Турции, чтобы те были внимательны и бдительны. Огонь не должен тухнуть ровно 44 дня. Обращение к нашим армянам, которые проживают в Турции. Дорогие армяне, будьте внимательны и бдительны, чтобы огонь не потух. Ровно 44 дня это должно продолжаться. Спасибо. Ну что сказать, как видно на опубликованном видео, неуважающая себя и кого-либо девица с улыбкой до ушей даже не стыдится своего поведения. Армянские клавиатурные войска, целыми днями строчащие ересь на клавиатуре, радуются горю Турции, отказываясь даже думать, что такое же, а может и еще более разрушительное, стихийное бедствие может постигнуть саму Армению, где, кстати говоря, и так ничего нет. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.